Донецк и Луганск получили очередную партию российской гуманитарной помощи. В регионе прибыли 170 грузовых автомобилей. Они доставили продукты питания и лекарства, а также стройматериалы для восстановления разрушенной инфраструктуры. В общей сложности Москва направила порядка 1500 тонн грузов. На территории Украины автоколонну впервые сопровождали наблюдатели ОБСЕ. В российском МЧС сообщили, что оформление гуманитарной помощи на границе заняло 1,5 часа, а наблюдавшие за процессом таможенники претензий не имели. С августа прошлого года Россия отправила в Донбасс почти 15 тысяч тонн грузов. Нынешний конвой стал уже 12-м по счету.